День белорусских студенческих отрядов – один из главных праздников для студентов. И хотя он не значится в календаре официальных праздничных дат, но для ребят, которые хотя бы раз побывали в студенческом отряде, этот день имеет особое значение. Ведь студенческий отряд – это не просто возможность заработать, но и отличная площадка для реализации творческого потенциала. Возможность раскрыть и показать свои таланты, найти новых друзей. Белорусские студенческие отряды вообще являются флагманом направлении деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. И в этом году мы отмечаем свой юбилей, нам 60 лет. За плечами у нас огромное количество трудоустроенной молодежи, которая в первую очередь научилась зарабатывать свои первые официальные денежные средства. За эти годы ребята обрели поистине семью, дружную семью БСО. Они продолжают самые лучшие традиции, они носят бойцовки, они поют песни у костра под гитару, у них есть собственные хиты сочиненные. И сегодня, мне кажется, это такая значимая дата для всего белорусского государства в целом, для молодежи нашей страны. В этом году белорусские студенческие отряды 1 августа отметили 60-летие движения. Потому было принято решение организовать мероприятие, но не в привычном всем формате, а сделать это интересно и по-новому. Организаторы придумали провести турнир по пляжному волейболу и футболу, а также сделали несколько площадок, на которых каждый мог найти себе занятие по душе. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, можно было поиграть в шашки, а кто за активный, попробовать себя в зумбе. Молодежный форум у нас очень интересный и многообразный. У нас представлено 5 площадок. Все желающие могут поиграть в пляжный футбол, пляжный волейбол, посоревноваться в караоке-батле, а также принять участие в танцевальной тренировке зумба и попробовать себя в рамках интерактивной площадки. Круто то, что молодежь не только работает на стройке, а еще БРСМ организовала подобное мероприятие, чтобы мы вместе собрались, вместе отдохнули, вместе хорошо провели время. Организовано отлично, тут представлены разные интерактивные площадки. Вот мы играем в волейбол, позже будет организован футбол. Все круто, все отлично, отдыхаем. Так как я активист БРСМ, я не могла не посетить это мероприятие. Здесь очень интересно, я посетила крестики, нолики, зумбу, волейбол поиграла, потанцевала. Мне кажется, это мероприятие станет традиционным, потому что детям, подросткам, студентам это очень нравится. В ближайшее время я думаю, что я стану членом студенческого отряда и пополню их ряды. На протяжении всего дня любой желающий мог посетить все интерактивные площадки, которые организовала БРСМ. Организаторы надеются, что такой формат мероприятия зарекомендовал себя неплохо. Это значит, есть вероятность, что такой формат форума в летний период станет традиционным.